Ну что ж, ребятки, я всех приветствую. В этом ролике мы посмотрим максимальный заработок на такой работе, как ферма. Я вам уже показывал, как там работать, что там нужно делать. А в этом ролике я вам покажу, сколько там максимально можно заработать. Видосик получился интересный, потому что я уже это все проверил. Сумма получилась довольно-таки большая, поэтому усаживайтесь поудобнее. Смотрите видео от начала до конца. Покажите на этом ролике хорошую активность. Давайте наберем 200 лайков. Я вам буду очень сильно благодарен. Но для тех, кто не знает, я играю на проекте Amazing RP на втором сервачке, все ссылочки есть в описании, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну а при старте игры вам, конечно же, поможет мой промокод. Вводите промокод Полканов на любом сервачке до 5 уровня, за него получите 300 тысяч рублей. Ну что ж, ребятки, я могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, усаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели! Ну что ж, ребятки, первым делом я, конечно же, поехал и арендовал, получается, теплицу. Взял самую большую, потому что я хотел увидеть именно максимальный заработок, чтобы засадить полностью всю теплицу, это потом все продать и заработать хорошие деньги. Поэтому я заранее поехал, арендовал теплицу, выставил нужную мне температуру и, в принципе, поехал за своим автомобилем, в котором у меня все лежало. Для фермы я себе специально даже купил автомобиль, это GMC, чисто чтобы в нем у меня все лежало, потому что у меня все машины забиты и кукурузой, и помидорами, удобрениями там и так далее. И поэтому я специально купил другой автомобиль, чтобы он у меня стоял, как бы был чисто для фермы. И мой выбор пал именно на GMC. Разницы в принципе нету, везде багажники одинаковые, но я решил все-таки взять GMC. Мне он как-то был более интересен. Насчет того, то, что я выращивал. Выращивал я именно перец, потому что с ним, в принципе, меньше всего мороки, он требует мало воды. Поэтому я накупил перца, выбрал самые нормальные гены и решил посадить именно перец. Перец немало геморроя, и он, в принципе, стоит нормальных денег, там, по 10 тысяч, по 12 тысяч, поэтому его выращивать, в принципе, довольно-таки выгодно. Самое сложное для меня, я считаю, это было именно посадить, потому что очень как бы сложно это делать, потому что нужно засадить полностью теплицу, тебе нужно посадить, налить воды, потом налить удобрение. И так нужно сделать с каждой семечкой, понимаете? То есть для меня это самое сложное было, потому что, ну, геморройная тема на самом деле, долгая. То есть ты пока посадишь все штучки, реально проходит очень много времени. Но так в целом, в принципе, ничего сложного. То есть, если вы вдруг не знаете, как работать на ферме, вы можете посмотреть мое видео, которое есть на канале. Я там подробно все объяснял и показывал. Да, были моменты, то что я иногда путался, то что я там заливал много воды, либо заливал там другие химикаты там и так далее. То есть да, были косяки подсады, в любом случае они были, будут, и без этого никак. То есть идеально, я думаю, ни у кого ничего не получается. Все равно бывают тупники, бывают какие-то, знаете, запары, заебы, которые вам мешают, там, допустим, вы там о чем-то задумались и использовали не тот химикат, там, либо налили много удобрения, либо много воды, поэтому ошибки бывают у всех, пацаны, я думаю, у вас они тоже будут, в этом ничего, в принципе, такого нету. Мой вам реальный совет, лучше закупитесь водой, то есть именно баклагами, потому что баклагами я именно разводил, получается, химикаты, потому что бегать постоянно к бочке и делать химикаты, это вообще неудобно будет. Я именно к бочке бегал для того, чтобы набрать воду для удобрения. То есть для удобрения, да, нормально. Вы набираете 12 литров воды, туда добавляете удобрение, и вам этих 12 литров по факту хватает на всю теплицу. А именно для химикатов используйте баклаги с водой. Это очень удобно, потому что вам не нужно будет бегать туда-сюда. Я на стриме как бы спрашивал, смогу ли я вывести полную теплицу. Мне многие говорили, то, что у тебя не получится. Лучше арендуй там среднюю, либо маленькую. Не сможешь вывести большую теплицу, как бы у тебя все там пропадет, сгниет там и так далее. Я с вами не полностью согласен, ребята, потому что все-таки я смог вывести, но у меня погибло, получается, 3 растения. Я немножко там завтыкал, где-то налил не тот химикат, где-то налил много воды. Именно из-за этого оно все у меня издохло, понимаете? 3 штучки. I'ma get laid.
Ну что ж, ребятки, вот и пришло время собирать урожай, то есть я собрал уже больше половины, мне осталось буквально пару кустиков, и я реально доволен, потому что падает реально нормально, по 11, по 12, по 14 перцев, то есть перец выращивать реально, пацаны, очень удобно, то есть ничего сложного, буквально объем воды 3 литра, то есть это реально очень удобно, ты там чуть-чуть подливаешь и все, то есть у тебя вода всегда в принципе в норме. Если дождаться нормального курса, то в принципе все будет реально хорошо, вы сможете много заработать. Поэтому, ребята, когда вы что-то вырастили, не спешите это продавать. Если цена маленькая, то лучше, как бы, подождите там payday, там, следующий и так далее. Посмотрите цены, и когда уже будут нормальные цены, тогда, в принципе, продавайте. Пока я ждал, получается, последний кустик, который мне нужно забрать, я поехал посмотреть курс. И, как я и сказал, цены были вообще ни о чем, просто перец был по 6000 рублей. Это довольно-таки мало, потому что перед тем, как я садил это все, я смотрел цены, перец был по 10 тысяч рублей. И, соответственно, ну, по 6 тысяч я не буду его продавать, поэтому я решил вернуться обратно и как бы дальше выращивать свой кустик. В итоге, ребята, я зашел спустя уже несколько часов, посмотрел на цены и был очень даже доволен, потому что перец был по 10 500 рублей. Со всей теплицы у меня, получается, вышло 167 штук перцев. То есть я считаю, это очень даже неплохо. Да, в принципе, если бы у меня не умерли кустики, которые были, я бы где-то получил 200 перцев. То есть это было бы, ну, чуть больше, чем 2 миллиона, ребята. Я считаю, все равно результат неплохой, потому что сумма довольно-таки хорошая, поэтому я полностью доволен. Ну что ж, дамы и господа, как вы видели, я заработал 1 миллион 700 тысяч рублей. Я считаю, это очень даже неплохо, то есть за 2 часа, плюс-минус, вышло где-то 2 часа по времени, я заработал 1 миллион 700 тысяч рублей. Чтобы вы понимали, это заработок дальнобойщика на сотом скилле за 2 часа. То есть вы реально можете прийти, вам нужен всего лишь третий уровень, килла на этой работе нету, просто приходите, покупаете семена, водичку, химикаты, удобрения, идете, сажаете полностью теплицу и зарабатываете так же самое, как дальнобойщик, либо тот же самый рыбак. То есть, если засадить полностью теплицу, допустим, те же самыми перцами, вырастить именно полностью все, без потерь, то можно заработать 2 миллиона, пацаны. Поэтому, ребятки, если вы все еще задумываетесь работать на ферме, либо не работать, если вы не знаете, как работать, можете посмотреть мой ролик. Поэтому, если вы планируете начать играть, либо вы хотите заработать много денег за короткий промежуток времени, то ферма — это идеальная работа для вас. Больше, чем на ферме, вы нигде не заработаете. Без скилла, понимаете? Именно без скилла вы нигде больше не заработаете, как на ферме. Учитесь работать на ней и просто идите хуярьте, потому что такие бабки реально
реально вы нигде не заработаете. Тем более, работа довольно-таки несложная, просто как бы вам нужно за всем следить. Вы можете даже в это время смотреть какой-то фильм там и так далее. То есть работа довольно-таки несложная. Понятно там и так далее. То есть проблем, я думаю, у вас не будет. Вы сможете спокойно учиться, и все у вас будет хорошо. И зарабатывать реально миллионы. Ну что ж, ребятки, на этом моменте я буду заканчивать данное видео. Я вам, в принципе, вроде бы все рассказал, показал. То есть вы сами видели то, что на этой работе можно реально очень много зарабатывать. Я вам повторюсь, если вы не знаете, как работать, у меня на канале есть ролик, поэтому зайдите, посмотрите, и вы, в принципе, всему научитесь за короткий промежуток времени. Я на самом деле очень приятно удивлен данной сумме, то есть лям 700 это довольно-таки много. То есть такие деньги, как я и сказал, зарабатывают люди, у которых большие скиллы на рыбалке, либо на дальнобойщиках. Пока, ребята, такой заработок есть, идите работайте, зарабатывайте деньги, покупайте себе там дома, машины, бизнесы, потому что так быстро и так легко вы нигде не заработаете. Ребятки, все ссылочки есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну и, конечно же, не забывайте вводить мой промокод, за него вы получите 300 тысяч рублей. Ну, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.